блядь, ПК, блядь, ты правда, Миша, блядь? Ты что за дурак, блядь, ты? Миша, Миша. О, два сундука рядом. Я левый открою, парни, с вашего позволения, можно? Я вглубь пошел. Все, я просто лутану пушки и встану на корабле сразу с нулевой. Ну, может, там не одна будет. Ууу, да, здесь обрез можете забрать. Взял. Двойные пистоли, двойные пистоли здесь. Уф. Есть, это Женя, думаю, попробую. Не, мне ничего не надо, бери. Все, я за лутом. Все, за лутом. Да, там ром тебе не нужен? Ты бы, капитан. Капитану не нужен ром. Капитан должен сохранять трезвость ума и... Ты точно там... пират? Ума, блядь. И свежесть духа. А ты точно пират? Я агент, блядь. Как-то латинской торговой компании, блядь. Кто, бля? Чего нахуй? Кого, блядь? Кэп, ты что там, вообще ебанулся? Он что-то, блядь... Да, он я... Не, мужики, он... блядь, я неделю не пью, блядь, рома мне принесите. У него после того, как корабль последний затонул, посттравматический синдром, по-моему. А я, знаете, потому что я управляю не своим кораблем. Я не чувствую свою пивгантину. Просто я ее не ощущаю. I'm at location. Ламантину? Что? Ооо! Рыбомет! Все, мы победили. Походу, да? Это кто сказал вообще? Блять, сука, все, блять. Все, покойники, все вокруг. У меня рыбомет. Режиссер Макатава. Так, мужики, тухлую рыбу теперь официально нужно собирать. Собрал, я ее много принес уже. Шесть рыбы тухлые у меня, скидываю ее. Отлично. Спасибо вам за тухлую рыбу, так, принес всякого дерьма полезного. Я тоже дерьмо какое-то принес. Ебать ты тухомет, я его... Ой, тухомакатуха. Короче, ты понял. Макатуха? Макатуха. Макру... О, не-не-не, вот это... Да, что-то... Не, да, что-то продолжать даже не... песни играют. А чё по грейдам, парни? Два грейда засунул, фальконет и пушку. Ноль нашел. О, нормально. У нас вроде с той стороны я не видел сундуков. Вы же не видели, когда там были? Ну, у нас два здесь только же. Так не, по-моему, пора уплывать. Плывите просто на ноге на Карли Кавериас, на мою метку на желтую, я приплыву сюда на корабле. Я портанусь на этого, на... Я как его? На Кракена. Бля, представляешь, вот так, ты, короче, ушел с корабля, и ты не в игре в карту проебал, а реальный корабль проебал. Ну... Я бы сгорел бы. Но просто, блять, Жень, надо якорь поднять. На реальном корабле капитан, ну крайне, ну он только в бою, по-моему, за штурвал становится. Типа он говорит там такой-то курс. И все. Курс на дно, мужики. Ну там просто над, короче, блять, и все. Ладно, похуй. Да, Миша, тебе срочно нужен ром, ты как-то с трудом выстраиваешь. Миша, мысли. Тебе срочно нужно найти тухлые рыбы. Где есть, блять, хоть? Я в Бухаресте где-то попомню. Ты всегда как будто в Бухаресте. Женя, своим зорким взглядом почекайте, есть ли тут корабли. Я вроде... Ну, тут видимость метров 300. Можешь полутать сундуки, я паркуюсь. Хорошо.
Я думаю, мы можем вместе полутать здесь. Блядь, нам ничего ебатились, ебать. Грейт, пушки нашел. Я весну нашел. Дай тебе кесарь. Давай. Давай их ушатал лишний здесь. Лишний мушкет, улучшение пушки. Такой, рыба для Макича. Двоих чуваков ушатал на кракене. Мощный. Это тиммейт наш. Сука, рыбомет, блять! Это любимая пушка, правда. Двустолк. Двойные пистоли. У меня есть. Бля, двойные пистоли я взял бы, ну. Ну, метка стоит. Ну, а на корабле кто будет? Я еще буду бегать на корабль, я почти фол. А тут ну так-то больше нечего, я так смотрю. На меточку пистоли поставь, спасибо. Так он стоит. А как вы быстро так ставите их? На центральное колесико. А, ну я понял. Так, сейчас будут грейды, блядь. Ой, хорошо. Фальконет вперед. Ебать, я просто, я не знаю, я, блядь, отанстил его. Еще одного убил. Две уже. Ой, хорошо. Улучшение экранного шпиля. А чё, поднимайте якорь, поехали к Макичу, там у него где-то типы возле кракена тут. Да я тут четверых уже убил, они уже, блядь, приходят пизды получить только. А ты корабля не видишь там где-нибудь вообще? Сейчас наверх заберусь, попробую посмотреть. Может они просто степок, конечно, приходят. Просто я не могу. Паруса на максимально вперед. Ой, хорошо. Они хуя полетели вообще. Сейчас мы долетим на Торе. Ебать, а нихуя мы быстро плывем, чуваки. Какая право руля, или то врежемся, на. Я скалу прохожу насквозь. Ты призрак, что ли? Да. Как будто песня какая-то. Я призрачный пират. Я призрак пирата из Мидбэя. Какое прекрасное небо сегодня, да? Спокойное море. Не фиолетовая. Давай, там, пивал, да. Точка, блять. А это. Да, это. Это наш агент особого назначения. Спецагент Маката. Ебашусь. Минус. Ну короче, я думаю, у них корабль где-то здесь. Давайте это быстренько их найдем. Искать, давай. Да, я пока ничего не вижу, я говорю, я тут. А, аирдроп вижу. Метров 200. Да, ебать, я секьюрити этого сразу, острова, да, блядь. Я сплаваю за аэром? Да, давай. Ну, на острове чё? Я плыву дальше за аэром? Да, всё норм. Я просто долго топочиться буду. Миш, стой на пушках, если чё, прям рядом. Угу, я понял, я контролирую. У них где-то здесь корабль, либо он приплыл. С той стороны, скорее всего. А, не, или он с ТПшки пришел. Так, положил все, что у меня было. ТПшки очень долго. Часть команды, часть корабля. Так, поплылся рыбу искать. Я вернулся. А, защищение. Пушку, блядь, не выставил. Довольно неплохое количество ресурсов было. Я не вижу. А так 600, мы можем, блядь. Там, по-моему, корабль виднелся справа на С. Виднется бесконечно. Сейчас почекаем. Чё по парусам у нас? Нормально. Рыба сюда. Нихуя не видно. Рыба сюда. Только как я обожаю это тухлую рыбу. Не, это скалы видно. Походу они с ТП-шек все приходят. Блядь. Ладно, поплыли просто в зону тогда. Не могу, блядь, 40 штук. Есть такого гриды какие еще? А, у меня есть улучшение пушки. Так, я сейчас скину припасы. Тут тухлая рыба для Макича. Ой, спасибо.
Ой, аирдроп у нас тут. Аирдроп прям вообще по курсу. 100 метров. Прям по курсу, да. Че, Женс, разгоняешь или левый? Конечно, да, я сгоняю. Классно плаваем. Ну, это ночь, ночью тяжело кого-то заспотать. И снова сильная ночь. Нормально. Ой, еще аирдроп. Нормально. СЕ 100 метров. Мы прям за прошлую катку отыгрываемся, когда мы на дефиците плаваем. Да, нихуя не... Так, матрос Мегамиша, запивайте песню. Блять, жалко не та игра, которая... В той там это, можно достать как бы гитарку. Да, там можно. Ебать, это корабль? Нет, это скалы, что ли? Вернулся. О, еще аэр, пацаны. Где? А что это за острова, которые на карте помечены? О, корабль вижу, ебать, на N. Корабль на N. Вижу. Плывут прямо. Магну. Я бегу. Магну, возвращайся. Сейчас ебашиться будем. Они еще встали вроде как. Мы, короче, сможем подойти бахать с двух фальконетов. Че, они не встали, они ебланят что-то. Так, я здесь, я все скинул. Прямо по курсу корабль N. Метров так. 500-400. Братва, вы сейчас сами орудуете этими ТНТ-ками, ладно? Я чисто такой, бля, буду живую силу уничтожать. Саботировать их корабль? Бля, я буду сейчас такую хуйню делать. Бля, пацаны, на нас идет, на нас идет. Тентекен по левой стороне загрузил. Разворачивай левым бортом. Нормально, нормально, нормально. Ехуи. А, убиты все! Вся команда мертва, блядь, у них. Ну, все молодец. Нахуй. Но я тоже мертв. А, ты тоже мертв. Агент Макатао, да. Как вы допустили? Да, блядь, что-то хуйня вышла, но корабль, я зато есть 4 на делал. В, на В. Там, да, там два корабля. А, не-не-не, это другой корабль, блядь. У нас еще корабль. У нас все корабли, у, да, у да, нас да. Тут это что-то, блядь, притопило. Да я чиню, братик, как говорят. Тентехи зарядить. Все заряжайте, одну налево, одну направо. Блять, как заряжаю, так вышло, сука? Развернемся. Я грейт не принес. Дроп справа полутайте, да кто-нибудь. Я проканулся возле него, надо развернуться через якорь. Полутаем. Якорь, господа. Якорь, да. Кула рыба сюда. Бля, мне нужна цель. Тухлая рыба! Класс! Один корабль нас прям скаутит. Бать, у нас две ТВ-техи по левому борту заряжены? Да. Вообще ебать. Не, ну ахуле ебать, блядь. Мелочиться. Паруса хуёвые. Представляем. Так, вижу слева на W, вот на наших метках там корабль плывет. Чё, угостим его свинцом? Свинцом, я боюсь, что... Каким свинцом, блядь? Блядь, он... У нас справа корабль на N и спереди корабль на SV. И вон корабль сзади еще. Да-да-да. Погоди, стоя амба тогда. Не, те корабли бля, вот далеко давай. Вот этот прямо на абордаж да, его, прям, гоп, да, и поём. По левой стороне. Да. Не, пацаны, не-не-не, по левой не получится, не успеем развернуться. Да дай ты кому-нибудь мне залезть. А нахуй. Нормально, Жень, словил. Давай-ка вот этих вот обстреляем по правому.
Полево, левый борт, парни, так, левый борт. Мы сейчас в бутере будем, сейчас в бутере будем. Нормально. Тентека попал. Поставил этот на якорь. Мы за зоной, я снимаю якорь. Ну, надо развернуться просто. Снимаю. И подзаделывать немного. Да. Я пошел чинить. Только из зоны выплывем, нужно будет опустить передний парус. Бля, нас тут сами такую хуйню не попали. Заряжаю пушку, заряжаю везде. Бля, нам сейчас очень тяжело здесь будет. Так, выплываем спокойно. Можно перепить, вот этого давайте. Ебашу. Просто закидывайте ее. Остановитесь, мрази. Так, парни, надо подопустить, наверное. Надо подопустить передние. Опускаю передние. Но лучше будем медленнее плавать, а потом будем скайпы. Нормально всё, маневрировать. Всё подчинилось, отлично. Не хотите встать пока на якорь здесь, пострелять по типам? Ну давай. Давайте. Зарядов много. Паш. Я попробую. У нас один корабль за синькой, и нам нужно ебашить их. О, они встали там. У нас все корабли там. Или нет, все, ничего не дали. Все могут стрелять, нормально все? Да, у нас все три корабля там. Наверное, в такой ситуации можете даже обычными стрелять. Там мы обычно. О, ебанука. Один корабль нас слева оплывает. Так, якорь. Хотя стоп, подождите. Подняли. Нормально. Левый борт готовьте. Готов. Рыба, сюда нахуй. Я прокану сейчас опять. Левым бортом ебашим. Да, ебашим. Я пока подниму чуть-чуть якорь, чтобы поднять его. Мак, ты где? Портуюсь домой. Я на корабле был, который потонул. Вон. Якорь. Нет, отмена, ебашим. Выравниваюсь. Заливай. Мак, на абордаж. Я сам танк приярил. О, стопор. Хорошо! Стопор, отлично. Еще стопор. Еще стопор дало мне. Корабль справа уходит от нас. Я справа. Левого. Все, это стоп. Поднимаем якорь, поднимаем. Хотя стоп, подожди. Нет, подожди. Пока не надо. Можно с передних фальконетов обстреливать, уверенно. Давайте, я выравниваю, чтобы вы стреляли. Ну, фальконеты можно обстреливать. Так, заряжаю жесткие снаряды. Правый борт, очень много всего спиздил. Зелененький хуярить там эти как-то замками ебать. Правый борт готов. Я дохуя всего принес. Они встали там, по-моему, выравнивают. Похуй, поднять якорь. Понимаем. До конца. Сейчас будет очень жестко, раз на раз. Да, уже начинается. Бля, им пизда. Они жопой стоят. Я выравниваю правый борт. Я на починку пошел, чуваки. Хорошо. Я им сбросил якорь. Миша, пушки, правый. У нас чел. Я в них троих убил. Справитесь вдвоем? Хорошо. Выдираем этот хинстон. Давай, я к тебе подплываю. У тебя. Выдрал. Нет, ну-ка, ну пол, блядь. Хорошо. Ебой! Батьмаки 16 килов сделал. Блять, рыба мёд, сука. Мак нашел себя, чисто пират, милый.
Еще бы других пиратиков попробовать, чуваки, вообще было бы заебись. Там на большее количество, там вообще можно вот всю толпу просто привести. Вот он на себя пролил. Почему мне сандали, блять, на правую ногу дали две, блять?